Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import, и вы находитесь на канале «Первый видеоавторынок». Мы продолжаем нашу серию коротких технических обзоров, куда смотреть при покупке того или иного подержанного автомобиля. Кстати, если вы еще не подписаны на наш канал, советую вам подписаться, чтобы не пропустить новые интересные обзоры, каждый из которых может оказаться полезным именно вам. Ну а герой нашего сегодняшнего ролика – это автомобиль, который по своей надежности вполне себе может поспорить с иконой рынка Toyota Corolla и при этом явно обойдет ее в элегантности. Встречайте, герой нашего сегодняшнего ролика – Mazda 3 второго поколения. Итак, наш сегодняшний пациент – это Mazda 3 2010 года выпуска, дорестайлинговая машина с мотором объемом 1,6 литра и коробкой автомат. Mazda 3 второго поколения – с кузовным индексом BL, встала на конвейер в 2008 году. Автомобиль продолжал выпускаться до 2013-го, пережил рестайлинг в 2011 году и на наш рынок мог поставляться с одним из трех вариантов двигателей. Все эти моторы – это рядные четверки. Первый двигатель имел индекс Z6, как в нашем случае это мотор объемом 1,6 литра, мощностью 105 лошадиных сил. А также был двигатель двухлитровый, та же самая рядная четверка мощностью 150 лошадиных сил. И у данного автомобиля была также спортивная версия Mazda 3 MPS, которая оснащалась двигателем 2,3 литра с турбонаддувом мощностью 230 лошадиных сил. Однако покупка такого автомобиля в подержанном состоянии вряд ли может быть названа рациональным поступком. Но если вы все-таки решитесь, то имейте в виду, что двигатель, который устанавливался на Mazda 3 MPS, полностью идентичен таковому на Mazda CX-7. Соответственно, все его проблемы, недостатки и особенности вы можете изучить самостоятельно. Кроме того, машин таких на рынке представлено достаточно немного. И, скажем так, человеку, который приобретает автомобиль с целью долго и беспроблемно его эксплуатировать, такие автомобили, мягко говоря, не слишком подходят. Поэтому на них останавливаться не будем. По традиции, в начале обзора скажем пару слов о кузове Mazda BL. В данном случае это будет реально пара слов, поскольку если вы владели или владеете предыдущим поколением Mazda 3 в кузове БК, вы, конечно, знаете, что ржаветь БКшки очень и очень любят. Так вот, на втором поколении компания Mazda проделала титаническую работу, и каким-то образом им это удалось, но тройки в кузове BL очень и очень неохотно ржавеют. Соответственно, ржавый экземпляр – это, скорее всего, предварительно хорошо ударенный и не очень хорошо восстановленный экземпляр. В целом, кузова сопротивляются коррозии очень хорошо. Каких-либо проблемных мест на кузове у данной генерации тройки нет. Соответственно, просто смотрите на то, чтобы кузов не был в серьезных ДТП. Ну, на этом, пожалуй, и все. Давайте перейдем к подкапотному пространству. Итак, перейдем к разговорам о силовых установках Mazda. В нашем случае это мотор объемом 1,6 литра, но пару слов, конечно же, нужно сказать о более мощном двухлитровом варианте. Двухлитровый двигатель носит маркировку LF, если говорить про терминологию Mazda, либо Ford DuraTech HE, если говорить про фордовское наименование, это один и тот же мотор. Он представляет собой рядный четырехцилиндровый двигатель, блок цилиндров алюминиевый с чугунными гильзами, привод ГРМ на двухлитровых движках выполнен цепью, цепь эта ходит порядка 150-200 тысяч километров, особо не досаждает. Также на двухлитровом моторе есть фазовращатель, муфты фазовращателя могут стрекотать на больших пробегах после 150 тысяч, это, соответственно, показание к тому, чтобы их поменять. Мотор сам по себе достаточно неприхотливый, надежный. Поршневая на двухлитровых двигателях выхаживает свыше 350 тысяч километров пробега. Даже были прецеденты, когда эти двигатели наезжали под 500 000 при должном обслуживании. Движок этот любит 95-й бензин и качественное моторное масло. Интервалы замены масла также желательно сократить 1000 до 7. Это продлит жизнь агрегату. Из каких-либо характерных проблем для двухлитровых моторов можно отметить подтекающие сальники распредвалов. Также на двухлитровом двигателе есть маслоохладитель, который находится непосредственно над масляным фильтром, и он, соответственно, может течь. Соответственно, если вы заводите свою двухлитровую Mazda 3, отъезжаете с места парковки и видите капли масла, либо небольшую лужицу, это в первую очередь смотрите тот самый маслоохладитель. Поменяйте прокладку, и проблема уйдет.
Также в один прекрасный день вы можете обнаружить в свечном колодце на двухлитровом моторе моторное масло. Попадать туда оно может только через прокладку клапанной крышки. Соответственно, это первый признак того, что прокладку вам нужно поменять, даже если по периметру она у вас еще не течет. Кроме того, к характерным проблемам двухлитровых двигателей также можно отнести то, что ввиду конструкции дроссельной заслонки и клапана ЕГР, дроссель достаточно быстро покрывается нагаром, и если вы в один прекрасный момент обнаружили, что автомобиль у вас начинает дергаться при трогании с холостых, либо появляется неровный холостой ход, необходимо, собственно говоря, дроссельную заслонку и клапан ЕГР просто почистить. Как правило, этого оказывается достаточно. Ну вот, в общем-то, и все. В принципе, двухлитровый мотор – это агрегат достаточно непроблемный, эксплуатировать можно. Единственное, что гидрокомпенсаторов, зазоров, клапанов на нем нет, поэтому регулировку клапанов выполнять по симптоматике где-то раз в 150 тысяч километров пробега. Теперь перейдем конкретно к нашему двигателю. Если двухлитровый агрегат является продуктом совместной разработки компании Ford и компании Mazda, то вот двигатель объемом 1,6 литра, мощностью 105 лошадиных сил, который носит индекс Z6, это как раз плоть от плоти изделия Mazda, восходящая корнями к двигателям B-серии еще 1985 года. Соответственно, что в нем необычного по сравнению с многими современными моторами, так это блок цилиндров, отлитый из чугуна. Соответственно, двигатель весьма и весьма прочный, поршневая у него также способна выходить больше 300 тысяч километров до капремонта. По данному мотору, что мы можем сказать, он прост по своей конструкции. То есть здесь мы имеем один фазовращатель на впускном валу, обычный распределенный впрыск и никаких особых заморочек по данному двигателю по большому счету и нет. Все, что ему нужно, это хороший 95-й, хорошее моторное масло, но из характерных проблем, которые встречаются, опять же, нечасто на данном моторе, можно отметить следующее. Первый момент – это подсос воздуха, который образуется вместе с стыковки впускного коллектора с блоком. Когда прокладка изнашивается, открывается подсос дополнительного воздуха, обороты могут плавать, может даже загораться чек. В этом случае, скорее всего, вы прочитаете ошибку по бедной топливной смеси. Вопрос решается заменой прокладки впускного коллектора. С этим же впускным коллектором связан еще один момент. Коллектор здесь пластиковый, с изменяемой геометрией. Соответственно, в коллекторе есть заслонки, которые корректируют проходимость этого самого коллектора. И бывает, что из-за выработки деталей ось этих заслонок начинает люфтить, соответственно, заслонки начинают стучать. Стук этот похож на звук, который вы можете услышать, если будете вращать быстро-быстро ключ-трещотку, соответственно, с ростом оборотов увеличивается. Сначала может стучать на холодную, потом уже постоянно. То есть дилер, естественно, предложит поменять весь коллектор в сборе. Кто-то ищет контрактный, кто-то открывает интернет и оперативно находит очень и очень бюджетные способы, как этот самый люфт на оси заслонок убрать. Делается это, забегая вперед, не слишком сложно. Также на моторах серии Z6 иногда попадается подтекающий поддон, но это решается переклейкой, обновлением герметика при замене масла. Может начать шуметь ролик натяжителя приводного ремня, что также случается абсолютно на любом автомобиле. Нельзя это отнести к характерным проблемам именно данного мотора. И, пожалуй, все. Как итог разговора про двигатель серии Z6, можно сказать, что данный агрегат, хоть и не наделяет этот автомобиль ураганной динамикой, однако демонстрирует завидные показатели топливной экономичности. С этим мотором Mazda 3 расходует в городе порядка 8 литров 95 на 100 км пробега. Что касается системы рулевого управления, рулевой рейки. Рейка на любой тройке этой генерации будет электрогидравлическая. То есть у нас с вами есть бачок ГУР, есть гидравлические магистрали системы и есть насос гидроусилителя руля. Правда, в данном случае он электрический. Так что при осмотре своего подержанного экземпляра обращайте внимание, чтобы магистрали системы гидроусилителя не текли. Протечки по системе ГУР не особо часто, но попадаются на трешках. Что касается коробок передач на этих автомобилях, в данном случае у нас с вами на выбор есть механическая 5-ступенчатая либо автоматическая 4-ступенчатая коробки. Что касается механических коробок передач на трешках, коробки сами по себе надежны, к их механике вопросов никаких нет. Проблемы могут быть либо с
сделать гидравлическим выжимом, собственно, сцепление, особенно у тех, кто не злоупотребляет частой замены тормозной жидкости и не прокачивает цилиндр сцепления своевременно. То есть это необходимо делать, чтобы избежать выхода из строя, преждевременного выхода из строя рабочего цилиндра сцепления. И второй момент – это разболтанная кулиса. Но здесь ничего не сделаешь, соответственно, по современной одноразовой схеме кулиса имеет систему шар-втулка, и, соответственно, когда эта втулка съедается, кулиса начинает люфтить. Происходит это к пробегу ближе к 150 к 200 тысячам километров. В остальном по механике вопросов никаких нету. Что касается автомата, то вопросов здесь практически еще меньше. Четырехступенчатая коробка, как в нашем случае, выхаживает порядка 250-300 тысяч километров пробега. Но это у водителя, который четко понимает, что его Mazda с мотором 1.6 это не болид для наскаровских гонок и не участвует в светофорных стартах. Если автомобилем владел владелец, для которого педаль газа имела два положения 0 и в пол, то, соответственно, коробка-автомат может начать демонстрировать признаки умирания уже при пробеге там, 1000 к 120-150. Соответственно, если вы смотрите для себя Mazda 3 при тест-драйве, обратите внимание на то, чтобы автомат не пинался, не толкался, чтобы не было никаких задержек, затягиваний, переключений. В исправном состоянии коробка здесь достаточно шустрая. И самое главное, чтобы при включении задней передачи не получался удар по кузову. Ну, я так думаю, что на тест-драйве вы поймете, адекватно работает коробка, либо с ней что-то не так. Бессимптомно данные автоматы на покой не уходят. Итак, при осмотре Mazda 3 на подъемнике, в первую очередь обратите внимание, конечно, на то, чтобы двигатель был у вас сухой не только сверху, но и снизу. Также на трешках нет-нет попадаются подтекающие сальники приводов на редукторе, соответственно, чаще бежит левый сальник. Обратите внимание, чтобы этой течи не было, дабы не заниматься последующим ее устранением сразу после покупки. Также проконтролируйте, в каком состоянии находится задний сальник коленчатого вала коренной, не бежит ли он. По подвеске, по передней подвеске здесь используется Макферсон. Ресурс компонентов совершенно стандартный для любого автомобиля легкового, порядка 100 тысяч километров подвеска ходит. Ну а дальше уже понятно, какие-то сайлентблоки могут попроситься на замену. Собственно, если вы смотрите автомобиль с 2-литровым мотором, обратите внимание, чтобы у вас не бежал маслоохладитель. Что касается задней подвески Mazda 3, в данном случае у нас используется схема многорычажная, что, соответственно, обуславливает большое количество сайлентблоков в задней подвеске, и, соответственно, данная подвеска будет в любом случае подороже в обслуживании, чем таковая на Королле, либо Рено Логан, где используется балка. Но плюс это то, что с данной схемой задней подвески автомобиль намного интереснее управляется. Что касается слабых мест, в данном случае BL-кузов унаследовал таковые от БКшки, от своего предшественника. К таковым относится задний стабилизатор, а именно стойки заднего стабилизатора и задние амортизаторы. По каким-то своим причинам на тройках задние стойки особым долгожительством не блещут. К одной неприятной, но не смертельной особенности на трешках можно также отнести встречающийся на некоторых автомобилях колодочный скрип, либо вой колодок при движении задним ходом с не полностью нажатой, ну, то есть со слегка прижатой педалью тормоза. Данная проблема зачастую не лечится даже заменой колодок, и с этим надо просто смириться. Встречается она не на всех автомобилях, но иногда может удивить. Пугаться этого не надо, в конце концов задним ходом вы ездите меньшую часть времени. Итак, какой итог можно подвести в целом по трешке второй генерации? Кузов BL наглядно демонстрирует, какую работу над ошибками проделала компания Mazda по устранению вопросов и проблем, возникавших при эксплуатации автомобилей первой генерации. Машина получилась действительно надежной. Причем это касается обоих моторов 1.6 и 2 литра, и автоматических, и механических коробок передач. Да, в данном случае задняя подвеска многорычажка делает эксплуатацию автомобиля несколько дороже, чем, например, эксплуатацию Короллы. Но в остальном Mazda 3, пожалуй, не уступает Королле в надежности. К сожалению, она также не уступает Королле и по показателям популярности среди угонщиков. Поэтому при покупке своего подержанного экземпляра заранее озаботьтесь защитой от угона. И, конечно же, при приобретении автомобиля проверьте его по всем доступным источникам на юридическую чистоту.
В остальном, правильно подобранный экземпляр Mazda 3 позволит вам 3-4 года эксплуатировать этот автомобиль и не слишком тратиться на его ремонт при условии регулярного и ответственного обслуживания. Ну вот и все на сегодня. Если данный обзор был вам чем-то полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите, какие автомобили вы хотели бы в дальнейшем видеть на нашем подъемнике. Удачного вам дня, спасибо за просмотр. Пока!